24 ноября город Армавир отметил День народного единства открытием памятника, посвященного дружбе армянского и русского народов. Скульптурную композицию «Единство духа» торжественно открыли в сквере по улице Ефремова. На открытие прибыли танцевальные и музыкальные коллективы из Армении, представители Союза армян России, представители Пашковского армянского культурного центра, духовенства и представители администрации города. Армавирское местное отделение Союза армян России обратилось в Армавирскую государственную думу с просьбой согласовать эскиз и проект памятника. И депутаты Армавирской городской думы приняли решение о том, что такой памятник в городе Армавире должен быть. Сегодняшний день – особый символ, и думаем, что в день государственного праздника этот символ будет более значимым для нас, для наших гостей, для всех жителей Республики Армении и Российской Федерации. Работа над композицией шла несколько месяцев, в том числе и в Армении. По словам создателей монумента, он выполнен из бело-серого гранита. Сама скульптура – две женщины в традиционных русском и армянском одеяниях, стоящие под крестом и читающие Святые Писания. Арбаце горце спитак граниты вря. Ашхатанка катарвели мотапес мекукес тариетеве. Открытая скульптурная композиция – это во многом символ 180-летней истории Армавира, главный смысл которой – мирное сосуществование веками людей, живущих бок о бок в многонациональном городе. Как мы все знаем, много армян живут в Краснодарском крае, в частности в Армавире, Краснодаре, Сочи и по всех прибрежных районах. Армения всегда с Россией, это во много раз подтвердили и премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. И мы будем дружить вечно. Скульптура «Единство духа» находится недалеко от въезда в город, а значит, что все гости будут начинать знакомство с историей города Армавира именно с этого монумента. Он как призыв ко всем людям помнить о прошлом и жить в мире и согласии.